ты что, вообще больной, Бенуа? Оно увидело щупальцем? О, Господи! Блин, у меня сейчас случится нервный приступ. Вот так вот. Ове, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Сибирь Третью. И Кейт сейчас предстоит найти выход из этого затруднительного, блин, положения. Вот эту комнатку я плохо осматривал, поэтому, может быть, здесь мы найдем вот за картиной, например, нет? Любят и небольшие картины, но за ними ничего не скрывается. В принципе, с одной стороны, удобно, а сюда я вроде не забегал. С одной стороны, удобно то, что активные зоны, какие-то активные места подсвечиваются, когда Кейт к ним подходит. А с другой стороны, подбешивает это слегка, что они только тогда загораются. Хер знает. Ну, где она могла его деть-то, а? Интересно, кстати, как мы будем выбираться. Явно же нам перекроют путь, и мы не поедем на фуникулёре никуда. Мы будем обратно в лодке плавать или нет? Курк, ну ты как? Живой вообще? Нет? Блин, ну что ты выходишь? Бесит. Что это за херь такая? Ну что это такое вообще? Это не глюк, нет? И что? Ах, потянуть, твою мать! Ножичком, точно, сейчас перережем. Я не знаю, вы, наверное, уже смеетесь над тем, что я все ножичком резать пытаюсь. Ну а вдруг получится? А здесь хорошо. То есть? Так это... А ну-ка. Хорошо, секундочку, блин, минуточку. А ну-ка, если так. А ну... Да блин! Кейт! Во! То есть маятник мы остановили, да? И что теперь? Все, можно говорить тебе в ухо? Нельзя? Он без сознания. Надо его разбудить. Надо разводить. И хорошо. А, теперь мы можем с этим шприцом что-то сделать. Еще один транквилизатор. Угу. Кто знает, сколько ему вела Ольга. Да, наверное, накачала его, блин, как слоняру. Отстегнуть можно? Опаньки, мутаген весь вылили. Как теперь нога прирастет? И что? Нет, пустым шприцом колоть нельзя, можно убить. Да. Ну, вообще, теоретически, если там немного ввести воздуха в вену, то вообще не убьет, кстати. Недавно это узнал. Опа! И тут... Слушай, по-моему, я понял, что они хотят. Это не для Кейт, да? Ну, если фиолетовое, лучше было бы зеленое. Слушай, мне как-то было бы по себе более... Все? Кали. Кали, блин. Давай. Ага. Все? Куда попало там? В кость, куда угодно. Кейт Уокер? Что сразу пришел себе? Ничего себе, у них там бормотуха была ядреная. Самогоночка, видимо. Потом объясню, Курк. Надо срочно вернуться к племени. Мы должны пересечь озеро. Да, мы очень должны это сделать. Все, на выход. На выход, подъем. Подъем. Руками я это снять не могу. А что ты собралась снимать там? Сбоку от кровати есть шкафчик. Там они что-то делали, когда меня отпускали. От какой кровати? Слышь? А, от этого стула? Ёлки. Ну и что мне сюда везти? Кот, который явно, блин, она... Подожди, а какой там был? Там был год какой-то, или мне кажется... Нет, не то. Ну-ка. Ну, разумеется. Эта ведьма Ольга расшифровала код. Расшифровала код. Урок. А где же код-то, а? Подожди, а если... Нет? А зачем мне сюда что-то? Как это ты вообще, а?
Она ее расхерачит, что ли? Неужели она впервые в жизни... Я просто... У меня сейчас мозг взорвется, если она впервые в жизни что-то сломает. Наконец-то! Кейт! Все, кажись, Кейт уже померла. Все. Ей в голову пришла нелепая мысль, и все, она от этого сразу же скончалась. Как Терминатор, блин. Почему так долго, Кейт? Почему так долго? Алло, проснись! Наконец-то, да! Ну, слава тебе, Господи! Случайно нажал. Случайно. О, боже мой. Ну и? Ну, конечно, они приехали. И увидели вас. Хитман испугался и начал стрелять. Ну давай, стреляй же. Ну стреляй! Приду взять их. Флегматик. Ну? Ой, ну конечно они быстро бегут, смотри. Кейт еще его обгоняет. Удивительно. Мы свалим? Успеем свалить? Кейт, а что ты ждешь? Наконец-то. Слушайте, и эти ребята не догнали, да? Что этот зэк-уголовник, что тот, блин, налетчик. Честно говоря, с такой скоростью фуникулера могли бы догнать пешком. Тут нехер делать и спускаться. Спасибо, не такой же и острый угол. Ага, пожалуйста. Видела, как я быстро бегаю с новой ногой? Да. Семен Штайнер определенно гений. Да, это определенно... Гнущийся металл. Видели, как коленки немножко изогнулся? Опа! Больше вы меня не одурачиваете, Скотчер. Вам не уйти. Вот так вот, да? Понятно. У них там главный пульт управления. Ну все, прыгай. Прыгай. Ты что? Ну что ты давишь, Кейт? Ничего не получается. Прыгай из окна. Получилось. А, ты врубила полный вперед. О! Ну это круто. И фигак. Как-то очень удачно, да, это все получилось. Удивительно. Ну наконец-то дрын в руки взяла. Такого экшена в Сибири еще не было. Все, отплываем тут же, мгновенно. Кейт. Хотя у них же вертолет. Пока. Тебя расстреляют, когда узнают, что ты. Он не с вами? Нам помогал. У вашего дедушки опять был приступ. Но доктор Замятин уже стабилизировал его состояние. Угу. Есть хороший шанс, что он поправится. Музыка играет громче, чем они трындят. Надо уходить. Мне пора. Если вы не слышали, он спасибо сказал... Спасибо вам и вашему дедушке за все. Пожалуйста. Это вам спасибо, Кейт. Вот, возьмите этот шарф. Напомните. Сказал, что Кейт Уокер, пора уходить. Чудесный шарф. Спасибо, Сара. Чудесный. Прощайте, Кейт Уокер. Сара, ты что, пила ночью, что ли? Песняки такие под глазами. Ночь бухала и не спала? Ох, какой разворот, ты посмотри. Вы недооценили эту женщину. У тебя вертолет, дебил. Без сомнения. Просто, видимо, забыли заправить вертолет. Я не знаю, или что случилось. Или они такие правильные. Но игра еще не окончена, полковник. Верно. И мы изменим правила. Музыка слишком громкая. О, видали? Тянущийся, гнущийся металл. Нога от Терминатора, блин. Дай порулить. Ну дай, ну чё ты? Иди проспись и дай порулить.
О, ну я же говорю. Он опять сливу заливает. Кейт, ну подойди и тресни по башке. Расслабьтесь, алкоголь у руля. Что случилось вообще? Что-то по какому так, поводу капитан? Бухаем, капитан? Вы так долго спасали этого юного калеку, что мы оказались посреди озера духов. К самому ужину. Тут, блин, и кракены, и духи. Пожалуйста, перестаньте поминать это так называемое... А-а-а! Это оно! Озерное чудище! Да ты что? Да нет же, капитан. Посмотрите. Придурок, на мель сели из-за тебя. Или что, в айсберг врезались? Вот что значит бухать за рулем. Ну что за твою мать, а? Подожди, там что, все? Этого только не хватало. Врубай ледокол. Это нельзя обойти? Тогда мы свернем с маршрута на Находск. Мы насрать. Мы потеряем слишком много времени. Плевать. Лучше попробуем использовать ледоломы кристалла, чтобы пробиться через... Взгляд. Идите в машинное отделение и запустите их. Окей. Ледоломы? Ну-ка расскажи, это шестеренка впереди? Что это? Как следует из названия, они ломают лед. С ними мы ходили в парк развлечений в Барануре, даже когда озеро полностью замерзало. Давно это было. Мне вот только интересно. Они говорили, что этот паром был построен специально, чтобы отправить в этих самых автоботов туда, в Баранур, чтобы наладить ситуацию. Я что-то не понял. А как они ходили еще до этого? Там же уже взорвалось все. Там же уже жопа была. Что-то я не въезжаю. Или я потерялся, или тут что-то не так. Что-то одно из двух. Так, ну что, бухаешь? Не налетите на выпивку, пока я в машинном отделении. Да. Вы нам нужны. Че не взять с собой эту бутылку, а? Идите, включите ледоломы. Нечего мне тут мораль читать. Ладно, хорошо, машинное отделение. Что мне нужно сделать в машинном отделении? Да. Включите ледоломы, опустите на лед и подайте напряжение. Если понадобится помощь, я подскажу отсюда. Конечно. Уже иду. От тебя помощи хрен ради дождешься. Бога, поторопитесь. Если мы так и застрянем здесь, то станем прекрасной наживкой для чудища из глубины. Кейт, хватит на него так жалобно смотреть. Он скотина, он не поможет. Иди туда, сделай то, не знаю что. Кстати, заметили вот этот вот жест с пальцем? Он его раза три уже использовал. Это его любимый жест. Видимо, актер, которого брали пример, умел воспроизвести только такие жесты, и все. Или у него на руке был просто только один палец. Это одно из двух. Опа! Мое будет, что это такое? Самодельные спички? Юколы потеряли? А не отдам, мое, все. Тя-тя. Что? Что, ну вякни мне что-нибудь смешного. Ну, ливень. Какой ливень? Ты че, алло, нету вообще ни хера. О, меня укачать, да. О, да, ну это хорошо. Переход никогда не через Находск. Духом не нравится. Да, блин, ты понимаешь... Придется нам в обход духов. Такое дело. Ладно, давай спускаемся в этот зону 59. Ранее именуемую. А ну-ка, вот просто интересно, а теперь можно здесь забежать вот сюда? Или нет? А, даже. Или подожди, а где это я тогда забегал тогда? Это я не здесь забегал, что ли? О, какой мощный. А там что такое? А нормально они тут устроились. Кажется, все хорошо переносят переправу. Да, собака особенно рада. Ну хорошо, они там нормально устроились. Нет, это я здесь. Все-таки теперь уже нельзя войти в стенку. Хорошо, давай что-нибудь здесь покрутим, повертим. Может здесь? А ну-ка давай, Кейт, попробуй. Нет. Здесь сейчас можно пройти только сквозь какую-то херню. И так, только плечиком. Ну, допустим. О!
Полный вперед. Давай. Хоп. Все. Сейчас методом тыка разберем. О, стой, стой, стой. Опа. Есть. А ну-ка теперь вот так. Ладно, давай так. Че, жмакнешь, нет? Не хочет. Так, секундочку. Подожди, подожди. Да ну секунду, блин. А почему на двойку не становится никак, а? Ух, нити управления. Во. А ну-ка. Не? На единицу попробуй. Попробуй, блин, на единицу. Нет? Надо ж дернуть. Что-то как-то. Странно, странно, странно здесь все управляется. У них. Кнопочки не жмутся совсем. Ну, это по-любому сюда. Так ведь? Почему ничего не меняется, а? Вот здесь вот. Что-то же должно измениться, нет? Этому придурку ничего нельзя сказать. Ах, блин, это крышка, твою мать! Ой-ой-ой-ой-ой, как туго-то. Давай. Во, нормально? Четко, все? Не сработало. Хорошо, давай попробуем на первой скорости. На первой, я говорю, скорости, сука, блин. Ну вломись туда уже, вот. Все, давай, запускай, поехали. Во, давай. За секунду. Слышишь? Что? Что это, капитан? Почему ледоломы не работают? Этот пидорас такой, а? Его заклинило. Быстрее переключайте передачи. С третьей нужно сразу переходить на вторую. Хорошо, блин. Сразу попробуешь тут перейти на вторую, давай. Ага. Давай попробуем на первую. Сначала на первую, Кейт, ну не беси, ну чё ты. Это управление просто меня убивает. Всё нормально? Ломай. Давай на вторую попробуем. Во! Понятно, понятно, в чём дело. Понятно, в чём дело, блин. Давай-ка направь эту хренотень. Сразу на третью, давай. А, сразу на третью не пойдет. Понятно, хорошо. Давай. Секундочку, нет. Так ничего не будет, давай. Поехали на первую. Во, хорошо. Ну что, нормально? Давай на вторую попробуем. Во. А теперь сразу на третью. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да какого хера, блин? Это все из-за управления. Я нихера не могу сделать здесь. Кейт, уже проглючила ты. Хватит выпендриваться. Давай, давай. Ну, запускайся. Так, хорошо. Ломать. Давай пробуем на первую. Первая. Окей. Первая, блин. Давай попробуем третья. О, третья запустилась. Ну-ка, на вторую. Вот. И чё? Ну, наконец-то, мать твою, сколько же можно было издеваться надо мной, и все из-за конченного управления. Блин, абсолютно пидорское просто, дебилистическое управление. Кейт уже даже успела проглючить, ни хрена не делать. Ой, ладно, надо успокоиться, а то сейчас Кракен, блин, за бары возьмет, да? Че это, мы смотрим от лица как раз Кракена? Или он тоже механический? Это было бы логично. Нет, не механический. Вот ждал тебя 20 лет.
Отлично, капитан. Сколько нам еще до Находска? Сколько? Две бутылки, блин, еще до Находска. А может и три. Опять айсберг? Нет. Это было с кормы. Давайте поиграем в челюсти. Дзиндри! Зачем же останавливаться тогда, а? Встань. Придурок. Господи! Идите проверьте, что нас удерживает, и доложите. Ты же остановил двигатели, что нас удерживает? Алло, я что-то не въезжаю, блин. Слышь ты, придурок старый. О, теперь полило. Теперь дождит. Проверьте, что нас удерживает. Мне выйти на палубу, да? Кур. Делай ровно то, что говорит капитан Кейт Уокер. Мы теряем время. Хорошо. А я Васка. Менять путь — большая ошибка. Это ты капитану скажи. Ошибка, блин. Капитан, одна большая ошибка. Ребят, вам нормально здесь, да? Путь долго, если стоять часто. По-моему, нормально. Что же нас удерживает, а? Кто нас удержит? Так, нет, давайте сначала попробуем посмотреть, что спереди. Ну, увидим? Может, порулить этим? А чё он направлен на себя, этот фонарь? Хорошо. Чтобы капитан, видимо, в зеркальце смотрелся. Кейт, не беси, ну чё ты? Всё, вниз. Бывает у нее такое. Еще раз, давай. Хорошо, посмотрим, что там позади у нас может сдерживать нас такое страшное. Давай в шлюпку, что ли, Кейт. Что? Что за... Не очень быстро он бегал. О, вот что нас удерживает. А до этого нас ничего не удерживало, кстати. Сейчас оторвет эту хрень. И что, и ни малейшего повреждения судну не наносится, да? Да ладно, капитан что-то сделал, наконец. Впервые в жизни. Решил закончить начатое, ублюдок! Да? Кончились пульки? Так и думал, что это ружье стрелит. Спасибо, капитан. Да. Не сейчас, Кей! Эту скотину привлекает свет! Бегом выключите огни! Туши свет! Из машинного отделения? А ну-ка, давай поговорим. Бегом, но все-таки. У них ведь отдельная проводка. Времени уже не осталось. Просто разбейте лампы, черт! Да! Давай! Попробуй снова запустить двигатели и увести корабль. Удачи, боцман! Круши, Кейт! А огни? Хорошо, один из огней где-то здесь? Кейт неспешно бегает. Ну что? Где-то здесь, да? О, вот он. Сейчас прибьет тебя, Кейт, прикинь. Ага! Не так-то просто, да, сюда подобраться будет? А что у тебя есть, Кейт? Использовать. Шарф! Давай шарф. Это не сработает. Не сработает? А спички сработают? Попробуем иначе. Ну попробуй. А вот это бухнуть. Ничего. Ничего. А ну-ка. Я не доберусь до прожектора, пока им интересуется чудовище. Хорошо, попробуем погасить другие прожекторы пока что. В первую очередь тут есть слева один. Вот этот, например. Свет его привлекает. Да хватит бегать. Давай. Сама-сама, Кейт, давай. Капитан, аж там важная миссия. Он ждет, пока ты это сделаешь, чтобы попробовать
запустить двигатели. Но. Я не смогу это разбить голыми руками. А если шарфиком обмотаться? А если обмотаться шарфиком? Не? Бей этой херней. Оно не становится активным, что ли? Становится, но... Но не тогда, когда... Она не сможет разбить-то голыми руками, блин. Ладно. Я думал ручонку ей обмотать шарфиком, но ничего не будет. Ну? Мой старый шарф. Не могу выбросить, мы многое пережили вместе. Так я все понимаю, ты можешь его на руку намотать, дура? Нет, ну подожди, подожди, я не готов так легко сдаться с этим прожектором. Почему оно перестает быть активным, когда я врубаю инвентарь? А? Почему? Ладно, видимо, не судьба. Да, Кейт? Побежали дальше? Давай. Прожекторов-то куча, блин, каким-то хером оказалось здесь. А этот как? А там что, не работает эта херь? Ну вот. Ну? Я не смогу это разбить голыми руками. Я все понимаю. А почему оно... Почему оно неактивное становится, а? Надо где-то найти какую-нибудь арматурину, что ли? Поищем, поищем. Может быть, наверху. А может, и уколы чего дадут. Не? Нет, так нет, ищем дальше. Как будто здесь барахла мало. Кейт, ну зачем? Понимаешь? Серьезно, как будто здесь мало барахла. Ну ладно. А как-то он так повернулся сам. И что? А, он разбился? Там по себе? Оно его задело щупальцем или что? Да все в порядке, ребята. Че вы, расслабьтесь. Хватит бегать. Крути давай. Нет, ну опустить-то мы их опустили. А толку, блин, разбивать-то нечем. Может ружье взять? Он же там его бросил. Давай попробуем взять ружье. А, вот какая-то херота. Я же этот лом еще тогда приметил, блин. Заставляют меня бегать. Ну ладно, давай начнем с этого тогда. Наконец-то. Вот так. Самое тупое, что можно было придумать. Типа из машинного отделения нельзя было вырубить электричество везде. Намного быстрее обижать каждый и выбить. Это еще после того, как разберешься, как его опустить и найдешь какой-нибудь дрын. Бенуа, ты меня просто убиваешь. Как это так можно было? Во Франции другие, блин, что ли, логические законы? Хрен же они где найдут потом эти лампы. Как они будут ночью вообще плыть, блин? Наплывут же на айсберг, и все, и жопа. Кейт еще туда-сюда бегает. Ой, да. Действительно, что шторм? Меня аж штормит внутри. Ломай. Да. Ну что, осталась пара последних. Подожди, подожди, а можно было здесь, что ли? Застряла. Ага. Я уже думал, даже зря ящик двигал. Все, застряла.
Застряло так застряло, давай. Мышка еще бесит, блин. После этого глюка проявилась, ну ладно. Больше всего напрягает, что в заставках она есть. Когда ее быть не должно, по идее. А где дрын потеряла? В руке еще, все нормально. Ну а сюда она его бросит, да? Кейт, Кейт, Кейт. Или к шарфу привязать. Давай. Не? И что ты тут хочешь? Это не сработает. Это не сработает, мы это уже выяснили. Попробуем иначе. И это не сработает. Ну, естественно. Тут еще есть-то. Ничего. Больше ничего нет. Ну попробуем ружье взять, давай. Пусто. Можно? Пусто. Ну, я все понимаю, что пусто. Может, у капитана еще есть пульки, нет? Пусто. Козлы. Может, эти уколы мне что-то скажут, а? Уколите, блин. Под чем-то. По забористей, главное. Мы рассчитываем на тебя. Рассчитывают они на меня. Какого хрена, блин? Что здесь есть вообще, а? Я уже не знаю. Каждый угол облазил на этом долбанном корабле. Что, где, когда, блин, и куда, главное, а? Какого? Юкола, блин, ему надо. Серьезно? Серьезно, что ты... Это обосраться, блин. Они засунули его под эту самую, под лавочку. Да как же так? Что? Что здесь такое? Фонарь? Пища выживания? Аварийный фонарь? А! Подожди, так теперь я смогу этим аварийным фонарем приманить эту тварь? Да? Сука, блин, я серьезно, я уже построил себе... Такие теории я, наверное, просто вырежу, поэтому сейчас расскажу вкратце. Я уже думал, что есть спички, есть шарф. Нужно взять у бухла, у капитана и сделать типа что-то коктейля Молотова, блин. Швырнуть в эту тварь, оно загорится, может быть, оно отвлечется. Причем швырнуть не просто куда-нибудь, а в единственное щупальце, которое находится не там, а вот здесь, вот в это. Но нет, нет, сука, нужно было залезть нахер под лестницу. Это... Ядрёна вошь просто. Примени, примени. Я уверен, как должно сработать, потому что больше нечего. Ну да, естественно. Охренеть. Зажжёшь им его, да? Интересно, как? Ты что, вообще больной, Бенуак? Оно увидело щупальцем? О, господи. Блин, у меня сейчас случится нервный приступ. Это охренеть. Щупальцем увидела свет. Что? Ребят, я не знаю. По-моему, Бенуа сошел с ума. Кто-то из нас двоих. Победа, блин, победа. Получилось, капитан. Кровью моей далась. Да. Похож. Да. А, не похоже. Сейчас пришибет капитана, да? Ну, естественно, на дно утащим. Этот ублюдок тащит нас на дно! Все на льдину! Я думала, что разбив прожектора, мы сможем сбежать. Я тоже так думал! Надо попробовать сделать что-то еще! Попробуй! Отключите двигатель! Наверное, теперь его приманивает звук. Я пока займусь подготовкой. Подготовка наверное. Чего? Не беспокойтесь об этом! Быстрее! Подготовкой эвакуации. Ну, в общем... Нас сохранило. Что будет с Кейт и со всеми уколами, юколами и капитаном Шизиком? Дальше мы уж знаем уже в следующей серии.
Потому что это просто капец. Сначала, блин, они меня мучили этим механизмом абсолютно придурочным, который управляется через задницу с этими передачами. Потом они меня доводили просто до белого коления тем, что спрятали под какую-то ничем не приметную скамейку, шкатулку, блин, шкатулку, ящик с этим долбанным фаером. Ну это просто застрелиться можно. Как это? Ой, ладно, бомбит по-черному. Надо сделать передышку. Так что на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии. И... Ба-бай!